Moi, c'est... Bon, pour plein de raisons, c'est... Для меня это история о человеческих судьбах. Это история взаимоотношений двух народов. Но если сузить рамки, то для меня это, в частности, судьба моего отца. Это великая дружба двух народов, которые вместе сражались с фашистами. Это история о человеческих ценностях и о героизме. Эти люди – настоящие герои. Это история самопожертвования. О ком бы ни шла речь, будь то французские пилоты или русские механики, или русские пилоты. Да, это история о добровольных жертвах, и это история о нашей благодарности этим людям. Например, я сегодня живу только благодаря им. В начале Второй мировой войны Франция оказалась в положении достаточно сложном, когда сильная подготовленная армия в результате каких-то политических неустройств центрального правительства оказалась очень быстро деморализована, и французское правительство в конце концов фактически капитулировало перед Германией. Был создан комитет «Свободная Франция», который возглавил генерал де Голь, который обратился с призывом к тем французам, которые не разделяют политику своего правительства, не согласны с тем, что Франция проиграла войну, продолжать вести борьбу за освобождение своей родины. Правительство Советского Союза и Временное правительство Французской Республики подписали договор о союзе и взаимопомощи. При подписании договора присутствовали председатель Совета народных комиссаров Союза СССР, маршал Советского Союза товарищ Сталин. Глава Временного правительства Французской Республики генерал де Голь. Генерал де Голь выступил с предложением направить в Советский Союз части, которые оказались под его юрисдикцией, французские части Свободной Франции. Изначально там была идея о посылке сначала двух пехотных дивизий, включая авиационные части. Потом, значит, от этой идеи пришлось отказаться, и в конечном итоге она сократилась до посылки только летчиков. Это очень интересный документ. Все пилоты, которые воевали в Нормандии-Немон, принадлежали воздушным войскам Свободной Франции. И вот такие идентификационные документы существовали, чтобы отличать представителей Свободной Франции от пилотов правительства Виши. Французские войска были расквартированы в своих колониях во многих. Они самостоятельно добирались через юг Иран, Афганистан, через Среднюю Азию приезжали в Москву. У пилотов, которые отправились служить в Россию, было две мотивации. Во-первых, пилоты хотели отомстить за поражение 1940-го, потому что французская армия, можно сказать, была унижена. Хотя авиация сражалась героически. А в газетах именно армию, кстати, после войны, сделали ответственной за поражение 1940 года. То есть первая причина – они хотели отстоять честь Франции. А вторая причина того, что они отправились воевать в Россию, была в том, что большинство пилотов на тот момент оказались на территории Англии, где у них не было свободы, и они думали, что в России они будут более самостоятельными. Первый состав Нормандии-Неман – это были люди, которые с риском для жизни покинули свои воинские части во Франции, свои дома, в общем-то, нелегально пересекли, уехали в Англию, поступили, значит, к генералу де Голлю. И это были люди, которые были идейно очень сильно
настроены на то, чтобы воевать любой ценой против врага за освобождение своей страны. И среди них вот были люди совершенно разные, то есть те, которые могли бы, в принципе, и отсидеться в своих имениях во Франции и ничего не делать, но они предпочли, в общем-то, поставить на карту свою жизнь и уехать, и не просто воевать, а воевать в Советском Союзе. И, кстати, там было много, ну, немного, но несколько было этих сыновья наших эмигрантов. Вот Угров, по-моему, он играл даже в нашей команде футбольной. Фамилии чувствуете? Так, Эхельбаум, это переводчик французов. Тоже прекрасно по-русски разговаривал. До войны мой отец Игорь, мама Таня и я вели очень скромную жизнь, как все семьи военных. Потом война разлучила нас с отцом. Я ребенок, выросший с 5 до 10 лет в военное время, время полное лишений. И после войны возвращается Игорь из Нормандии Неман, герой, и все меняется. Каким был Игорь? Он был очень оригинальным человеком, очень скромным, никогда не показывал боли и страданий, очень сдержанный и целомудренный, как все русские. Но в некоторых вопросах он был просто маньяком. Когда мы приехали сюда, он приобрел ресторан и всех пытался, как ему казалось, организовать. А у нас работали профессионалы, они и так все прекрасно знали. Все было на своих местах, но он устраивал полный бардак. Абсолютный полный бардак. Ну, например, бар. Вот у вас стоит аперитив, все рядышком. Мартини, чинзана, виски. Мы уходили днем на учебу. Приходим, там полная неразбериха. И он говорит: вы посмотрите, как я вам все здорово организовал. Посмотрите, чинзана вон там, мартини внизу, это там, ничего не найти, ничего. Вот такой был Игорь. Он обожал танцевать. Когда были посетители, проживающие в отеле, он мог напялить на себя какую-то ткань, как туземскую юбку, и начинал танцевать. Вот он обожал все это. J'ai connu mon père, j'avais 2 ans. Il est parti, il s'est engagé dans l'escadrille Normandie-Niemen comme pilote. Когда я впервые увидел отца, мне было 2 года, так как он в 24 года уехал служить. Он был сильно ранен, потерял ногу, после чего был эвакуирован в Лондон. Я помню один случай, который привел меня в оцепенение. Мне тогда было 2 годика, и я его еще не видел. Когда он улетел на службу, мама была беременна мной. Он меня поднял на руки и посадил на свою искусственную ногу. Нога была деревянной. Я до сих пор помню это невероятное ощущение ужаса и растерянности. Я не понимал, что происходит, кто это такой и почему у него такая твердая нога. Как и всякий ребенок, всякий подросток, он мечтал быть пилотом. Ведь это было зарождение авиации. Он научился пилотировать примерно в 1938 году. Правительство тех лет, это было правительство Народного фронта. Можно сказать, это было коммунистическое правительство. И они предвидели возможность войны с Германией и понимали, что следует подготовить молодежь. Они вложили очень многое и дали все возможности французской молодежи заниматься авиацией и учиться пилотировать. Мы
Боевой привет летчикам французской авиационной части «Нормандия». Французские летчики, это были мастера своего дела. Они имели налет по 1500, по 1000, по 2000 часов. С французами вначале мы встретились в апреле месяце 43-го года. У нас командовал нашей группой капитан Цибирин Семен, а французов Жан Тюлян. Я отца знаю только по рассказам. Он провел детство среди военных. Его отец, мой дедушка, был офицером и служил в кавалерии. А после 1914 года очень многие кавалеристы перешли в авиацию. И вот мой дедушка занялся авиацией. Он не пилотировал, но занимался наблюдением. То есть у него был пилот, а он занимал место пассажира и вел наблюдение за вражеской территорией. И вот мой отец все детство провел в этой атмосфере. Он улетел со своей эскадрильей в феврале 40-го года в Ливан, чтобы защищать границы нашей империи, если можно так сказать. Эскадрилья стояла в городе Райяк, недалеко от Бейрута. И когда конфликт, а я, надо сказать, все эти события проворачиваю в своей голове, размышляю над тем, что тогда происходило, так вот, когда конфликт во Франции разгорелся, отец был в отчаянии. И, конечно же, желал вернуться во Францию, чтобы сражаться, чтобы помогать своим товарищам по оружию. Но этого не произошло. Когда Франция капитулировала, это были французские части Виши, которые были вынуждены воевать против англичан. Значит, и те, в числе которых был Жан Тюлян, кто был недоволен таким положением дел, вот он симулировал падение своего самолета в море во время тренировочного полета и сбежал к англичанам. У него был особый стиль полета. Все приятели его сразу узнавали и говорили: «Смотрите, это же Тю-Тю в воздухе». Такое у него было прозвище. У него был сын и дочь, которые остались в оккупированной Франции, и он это остро переживал, потому что все боялись, что будут последствия для семьи. Он обожал машины. Причем он любил их сам собирать из всяких запчастей. И мама рассказывала нам, сестрой, как однажды она зашла на кухню, а там посреди стола огромный автомобильный мотор. Мотор от автомобиля того времени. Так вот, он любил властвовать над механикой. Он заканчивал летную школу Сен-Сир. Это были 1933-1935 годы, когда был создан новый курс, который назывался «Эскадрилья». И это позволило молодым людям, которые хотели посвятить себя авиации, заниматься, тренироваться. У них были авиационные площадки в Версале или где-то там. И что интересно, так это то, что они учились в одной группе с Пуядом. Отважно сражается на советско-германском фронте французская авиационная часть «Нормандия». Французским летчикам, награжденным орденами Советского Союза, генерал-полковник Шиманов вручает награды. Орденом Красного Знамени награжден командир части «Нормандия» подполковник Пуяд Пьер. Bonjour, merci infiniment. Tenez, c'est pour vous. Ce sont des t-shirts de l'escadron de Mont-de-Marsan. Pour l'anniversaire 1972,
1942-1972. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous donnerai également un insigne. Merci beaucoup. Et merci, c'est ravissant, c'est très gentil. Je vous embrasse. Oui. Alors. Faites deux. Merci. Donc, je m'appelle Hélène Пуяда. Меня зовут Элен Пуяд. Я дочь Пьера Пуяда, который командовал Нормандией Неман с 17 июля 1943 года по декабрь 1944. Mon père est né en 1911. Мой отец родился в 1911 году в очень скромной семье. Мой дедушка был сержантом в армии, и жили они в Бургундии. Это была эпоха начала и развития авиации. Отец поступил в Сен-Сир и был в числе учеников первой школы практических полетов военно-воздушных сил Франции в 1934 году. Он обожал самолеты, и он мечтал путешествовать. Он был невероятно вдохновлен авиацией, и к 1939 году, когда была объявлена война, он уже был капитаном. В 1942-м мой отец служил в Индокитае и командовал французским авиаполком. Проблема была в том, что это был режим правительства Виши, и он решил бежать, чтобы присоединиться к свободной Франции. Он украл самолет и на нем бежал с территории Вьетнама. В итоге самолет сломался где-то в Китае, там его подобрали американцы, у них в Китае была база, и они же помогли ему в конце концов присоединиться к генералу де Голлю. Отцу пришлось совершить путешествие длиною в 40 тысяч километров. Через Индию, Саудовскую Аравию, Нигерию он добрался до Нью-Йорка. Через Францию он ехать не мог, она была занята немцами, и уже из Нью-Йорка он отправился в Лондон. В Лондоне генералу де Голлю тут же доложили о его побеге, поскольку он наделал много шума. Это был такой первый побег француза, который стремился присоединиться к армии генерала де Голля. Когда отец приехал в Лондон, его, как и всех французов в то время, подвергли допросам, чтобы убедиться в том, что он не шпион. Мой отец был восхищен генералом де Голлем. Он был восхищен его умом, конечно же, его смелостью и силой духа. Это была личность очень цельная, ведь то, что ему удалось совершить, это фантастика. В 1940-м французов, готовых вступать в свободную Францию и продолжать борьбу, было очень мало. Де Голль был практически один. И через всю свою жизнь отец пронес восхищение и уважение к генералу де Голлю. Наш папа потерял своего отца в 2 года. Наш дедушка погиб в сентябре 1914 года. Во время войны, разумеется. На фронте. И отец рос с мыслью о реванше, которую вложила ему в голову наша бабушка. А это была очень необычная женщина, безумно властная и сильная духом. И вот когда он вырос, он поступил в Сен-Сир, он выбрал авиацию, и он убедил себя, что он солдат. Именно солдат, не военный, а солдат. Так он говорил. Он выбрал именно авиацию, потому что тогда это была, как он говорил, новая кавалерия, элита. Это было престижно. Но туда при желании и старании все же мог попасть человек из очень простой семьи. Луи Дельфина, в отличие от остальных пилотов или командиров Нормандии Неман, он не бежал из Франции в Англию. Он воевал в составе французских воинских частей, которые были переведены в Африку. В том числе, значит, ему приходилось принимать участие в боевых действиях как против английской авиации, так и против авиации свободной Франции.
После того, как территория французских колоний в Африке была занята союзниками, там был сформирован французский комитет национального освобождения Франции, и французские воинские части уже стали готовиться к борьбе против Германии за освобождение Франции. Луи Дюльфина был один из тех, кто, чтобы реабилитировать как-то себя в глазах своих товарищей, в собственных глазах и так далее, он выразил желание добровольно поехать в Советский Союз и участвовать в боях в Советском Союзе. Он был для нас в первую очередь отцом, а не военным. Военным он был на войне, а о войне мы никогда не разговаривали. О его военных заслугах мы узнавали уже во время встреч, когда приезжали русские сослуживцы, а сразу после войны таких встреч было много. И все друг с другом делились военными воспоминаниями, и только в эти дни мы слышали о его военных делах. Мы потеряли отца, когда обе были еще очень молодые. Так что всю свою оставшуюся жизнь мы как будто восстанавливаем его образ. Когда мы взрослели, выходили замуж, становились матерями, мы все глубже понимали отца, которого с нами тогда уже не было. Он был для нас, с одной стороны, строгим, прямолинейным и честным, с другой – человеком с отменным чувством юмора, способным смеяться целыми днями. И только время придало этим отрывочным воспоминаниям особую значимость. Вот это мой отец вместе с главным механиком своего самолета. Это его паспорт, которым он пользовался и в Советском Союзе. Вот смотрите. Пьеро Фернан, Алжир, где был выдан паспорт. Но что самое интересное, это вот здесь. И вот в этом варианте есть печать о въезде в Советский Союз. Это дата. Виза декабря 43-го. Въезд через пограничный пункт в Баку. Вот, можно проследить въезды и выезды моего отца в разные страны. Это фотография отца на документы, которую он делал уже в России. Это было в 44-м году, ему было, выходит, 24 года. Наш отец родился в 20-м году. Это была великая эпоха авиации, когда все мечтали стать пилотами. Авиация – это была настоящая страсть для мальчишек. Я однажды видел кинохронику тех лет, 10-х, 20-х, 30-х годов, начала прошлого века, когда толпы людей собирались на каждом авиационном празднике. Это было на уровне блокбастера, невероятного фильма, который каждый хотел увидеть. И, конечно, молодые парни мечтали о возможности пилотировать самостоятельно, когда тебе 17, 18 лет. Историю Нормандии Неман мы узнавали в основном через истории тех людей, с которыми был близок отец. Ведь они дружили много лет подряд. Они поддерживали связь. И надо сказать, что изначально это был набор пилотов, которые, возможно, друг друга знали, но совершенно точно их нельзя было назвать близкими друзьями. Ведь они прибыли из разных точек мира в Союз. Но за время, проведенное вместе, они научились ценить друг друга и стали друзьями. Когда я приехал в полк, я увидел самолеты с трехцветным коком. То есть это был цвет французского флага. Я спросил у ребят, которые вместе работал на аэродроме, которые были, я спросил их, кто это такие. Они мне сказали, что это французы, которые воюют в нашей дивизии, и полк называется французский полк Нормандии. Он получил
Неману потом, когда мы форсировали Неман. Ну, вот как-то перед вылетом, перед боем, я спросил, а как же, мы французский язык не знаем, а французский, наш язык не знаем. И вот я не забуду, Жан Тюлен говорит, а я русский язык выучил. И называет по-русски «Фриц выше», «Фриц право», «Фриц лево», «Фриц ниже». Вот так. Жан Тюлян был другом отца, и он был необыкновенным пилотом. Как я уже сказала, он учился в Сен-Сире вместе с моим отцом, и вот уже в Лондоне в феврале 1943 года отец получает от него телеграмму. Вот эта телеграмма. И он пишет отцу: «Приезжай служить вместе со мной в Россию». И вот мой отец приезжает в Россию в июне 1943 года, как раз незадолго до боя под Орлом, в котором, к сожалению, его друг Жан Тюлян погибает. Я думаю, усталость, конечно, была дикая. И даже несмотря на то, что он был великолепным пилотом, а он был уникальным пилотом, поражал всех своими акробатическими фигурами в воздухе, но и такие пилоты, как выяснилось, уязвимы и смертны. Это был третий или четвертый вылет за день. И в этой битве он победить уже не смог. Но самые близкие и крепкие отношения завязывались между французскими пилотами и русскими механиками. У каждого пилота был главный механик по своему самолету. И часто это были совсем-совсем молодые парни, которые делали очень важную работу. Работать приходилось голыми руками посреди холодной зимы. На любой фотографии вы увидите, стоит пилот, и рядом с ним механик. И вот они все, конечно, были большими друзьями в течение многих лет потом. Фронт очень быстро перемещался. Летчики перелетали на новый аэродром со своими механиками. У механика не было парашюта, потому что там не было, в общем-то, и места для второго человека. Они находились там в багажном отделении. И вот при перелете с одной площадки на другую в самолет... Мой Садесейн получил повреждение. Бензин начал брызгать в кабину. Он ослеп и не видел, куда лететь. Это невероятная история о человеке, который мог себя спасти в ситуации, когда самолет потерял управление. Он получил приказ прыгать, но с ним был его механик, который сидел не за штурвалом, но сзади, в транспортной кабине. И там не было предусмотрено возможности прыгнуть с парашютом. Летчик мог спасти себя, но понимал, что его брат по оружию, его русский друг-механик, погибнет. И он предпочитает погибнуть вместе с ним. И вот эта история, история практически рыцарства, героизма по-французски Мариса де Сейна, отдать свою жизнь. Он даже не мог себе представить, что друг умрет, а он спасется и будет жить. А я бы хотел рассказать другую историю, зеркальную, можно сказать. Историю французского пилота, который спускался с парашютом. Парашют недостаточно раскрылся, и он приземлился очень жестко. Его парализовало. Был поврежден позвоночник. Мало того, он приземлился посреди танковой битвы между русскими и немцами. И всю ночь советская медсестра прикрывала и согревала его своим телом, потому что он был одет достаточно легко, и он бы не пережил эту ночь. И вот вам история не только французского героизма, но и отношения русских к французским летчикам. Это было братство. Да, братство. Это была истинная человечность. Вы представляете, что значит в казарме жить? Это ты голый. Тебя видят все. И ты видишь всех. Кто чем дышит, кто как разговаривает, что ест. Представляете?
И здесь нельзя, если ты не будешь человеком, нельзя ужить с собой с людьми. Après la guerre, les deux grands-pères, le russe et le français. После войны оба моих дедушки, русский и французский, сохранили дружеские отношения. On continuait à se fréquenter. После всех испытаний, которые они прошли во время войны, они продолжали дружить. Мой русский дедушка жил во Франции. И вот в их семьях появились дети. Аня, моя мама, и Тири, мой отец. И познакомились они здесь, в этом ресторане. Потому что моя мама тут работала, а отец приехал на лето поработать преподавателем по плаванию. И их первый поцелуй случился вон там. Это было в 60-х годах. И своей жизнью, как и мой брат Дмитрий, я обязан Нормандии Неман. Вот посмотрите, на той маленькой улочке живет Аня. Мы сейчас туда и пойдем. Так что вы сейчас где-нибудь припаркуйтесь. А там немного дальше по дороге первый в мире кинотеатр. На этой маленькой улочке под номером 14 живет Аня. По левую руку. Там мы встречаемся. Ну что, все собрались? Пойдем. Сейчас я вас познакомлю с Аней. Заходите. Аня, это мы. Здравствуйте. О-ля-ля, сколько вас? Здравствуйте. Да, нас много, пятеро. Что, и все говорят по-французски? Нет, только я. Ничего себе. Я думала, вы придете завтра. Я бы немного принарядилась, накрасилась и сделала бы прическу. Все хорошо, вы и так прекрасны. А что он делает? Вас снимает. Да ну, это правда? Вот даете. Да, да, да. Привет, дорогая. Это съемочная группа фильма. Да, какого фильма? Ну, про потомков ветеранов Нормандии Неман. И вы кого-то нашли помимо меня, старый? Я же, наверное, самая старая. Да, они нашли дельфино. Да вы что, как замечательно. И Елен Пуят, она в Париже. Да? А дельфино где? Дельфино вообще, они живут в Италии, но сейчас приехали в Ниццу. Супер. Oui, pour moi, bon, l'escadrille Normandie-Niemen a baigné toute mon enfance. Тема эскадрильи Нормандии Неман окутывает все мое детство и часть моей взрослой жизни. Поскольку счастливый случай распорядился так, что в 20 лет я женился на дочери ветерана Нормандии Неман, Игоря Эйхенбаума. Так что можно смело сказать, что Нормандия Неман благословила мою жизнь. Я искал подработку на лето. И мой отец, ветеран Нормандии Неман, позвонил своему однополчанину, Игорю Эйхенбауму, который тут держал ресторан, и спросил, нет ли у него для меня работы на лето.
Ну, он сказал, вроде ничего конкретного нет. А что он умеет? Отец сказал, что я ничего не умею, но хочу быть преподавателем по плаванию. Ну, Игорь сказал, пусть приезжает сюда, пусть попробует обеспечить себя уроками. Что-нибудь придумаем. Когда я приехал сюда, чтобы работать преподавателем по плаванию, я принял решение жить в одном из гротов. Жить было негде, и Игорь мне сказал, жильем устраивайся сам. Я долго колебался между вот этими гротами и теми, что располагаются чуть раньше по дороге. В итоге в первый день я поселился в том, что пониже. Но там было очень неудобно спать. Поверхность была неровной. И тогда я переехал в соседний верхний грот. Там было получше. К тому же в нем удавалось сохранить тепло ночью, поскольку грот был поменьше первого. И еще один плюс. Из него был потрясающий вид на море. Когда я приехал, было полнолуние. С 11 вечера и до 2-3 утра было светло, как днем. Лунная дорожка блестела на поверхности моря. И вот я приехал сюда в 18 лет, и произошло то, что должно было произойти. Я влюбился в дочь Игоря, Аню. И это был 62-й год. Вот и посчитайте, сейчас 2015, значит, 53 года я пребываю в невероятном счастье. Это мой папа, и благодаря ему я нахожусь здесь. Его отец, мой дедушка, был пилотом Нормандии Неман. И отец его жены, моей мамы, то есть мой дедушка по маминой линии, тоже служил в Нормандии Неман. То есть можно сказать, что я уникальный экземпляр на планете, у которого оба дедушки воевали вместе, француз и русский против немцев во время Второй мировой войны. Мы живем сегодня в мире благодаря тем людям, которые тогда ставили на карту своей жизни. И то, что сегодня мы сохраняем мир, хоть постоянно происходят локальные войны, все это благодаря нашим дедам. Я так думаю. О, посмотрите, это результат счастливого случая. Он тоже результат войны. Война может привести и к такому. Буквально пару дней назад один мой клиент принес мне книгу про Нормандию Неман. И я отксерил кое-что. Вот мой дедушка Игорь. Вот слева. Не повешенный. Это не он. Я все отксерил. И сегодня я все это отнесу своим детям и прочту им. Они должны знать историю своего деда. Моя бабушка часто говорила со мной по-русски. Я какие-то слова даже запомнил. Она мне часто говорила... J'ai retenu ça beaucoup de ma grand-mère. Et alors on fait Nouvel An russe. Мы отмечаем русский Новый год, русское Рождество. D'ailleurs, ma maman prépare. Русскую Пасху. Моя мама готовит Пасху. Mes enfants ne comprennent pas. И мои дети никак не могут понять, почему мы отмечаем Рождество с двухнедельным опозданием. Он был странный, сдержанный, не улыбнется, не пошутит. А у меня семья была другой, мы привыкли шутить и болтать часами, а он молчит и все. И это меня раздражало прям. И вот он жил в своем гроте и смотрел на меня со стороны. И еще он мог часами просто смотреть на море. Я так не могу, мне надо что-то делать. Для меня любовь – это, безусловно, Аня. На сегодняшний день мы 53 года вместе. Да. Это звучит невероятно, но наша любовь все еще сильна.
родом из Тулы, и вся моя семья, и там дедушка, бабушка, мама, все из Тулы, то довольно часто вспоминали в семье о том, ну, периоде, когда полк Нормандии находился в Туле. Можно себе представить, что такое в 1943 году, вдруг, ну, действительно, в прямом смысле слова, с неба, в Туле оказываются французы, летчики. А летчики, тогда была такая профессия, очень необыкновенная. Ну, может быть, как позже космонавты. И, конечно, там завязывались какие-то романтические отношения. Все тульские красавицы старались как-то блеснуть на этих вечерах. Ну, и вот так получилось, что у моей мамы сложились какие-то такие запоминающиеся отношения с одним из летчиков. А потом, спустя много-много лет, вдруг однажды, значит, маме в Тулу уже я родилась. И вот передали такие вот ботиночки мне. Сказали, что это вот именно от этого французского летчика. Французские, они были беленькими когда-то. Вот. Ну, сейчас они уже стали, конечно, почти деревянными, кожа высохла. Но такой вот был привет от Нормандии Невина. Был ли это роман? Ну, я говорю, я была слишком маленькая, чтобы у мамы это спрашивать. Но, ну, наверное, да. Я помню, что его звали Луи, а фамилию либо не называли, либо я ее просто не запомнила. Ну, как говорил отец, он на женщин в России не обращал никакого внимания. Я думаю, это чтобы сделать приятное нашей матери, да и нам. Исключением были девушки-пилоты, с которыми они вместе воевали, но и с ними, по его словам, не было никакого общения. Ну, думаю, это он лукавил из уважения к маме. Была еще одна подруга, Рита, но, к сожалению, я не помню фамилию. Это же все происходило задолго до моего рождения. Ну и как рассказывали в семье, дома у нас часто собирались гости, то она на военном самолете во время войны улетела во Францию. Ну, я не знаю, там легенда это или так мне запомнилось, но мне кажется, что рассказывали именно так. Я сын Маргариты Лаува, или по-французски Риты, и Александра Лорана. У них была сказочная история любви. Очень, очень, очень романтичная. Пилот Александр Лоран, он познакомился с девушкой по имени, значит, Маргарита. Значит, тоже он сильно в нее влюбился. Она ему ответила взаимностью, и они каким-то образом не могли оформить свои взаимоотношения. И уже когда стало известно, что полк покидает Советский Союз, он запаниковал, что он не сможет с ней больше никогда видеться, и у них не сложится там дальнейшая жизнь. То есть лично к Сталину обратился с просьбой, что вот как-то этот вопрос решить. Все было очень-очень-очень непросто. Насколько я знаю, мама с папой, как мне рассказывали, поженились всего за час до отлета моего отца во Францию из Москвы. Разрешение давал лично Сталин в Москве. И она не могла лететь с отцом, потому что ее не выпускали. Было сложно поставить визу, были и другие политические сложности, потому что женщины, которые имели связи с иностранцами, потом обретали кучу проблем, мягко говоря. И моя мама была заперта в посольстве Франции 8 месяцев. И моему отцу пришлось договариваться лично с Молотовым и генералом Катру, чтобы они посодействовали в том, чтобы маме разрешили приехать во Францию на самолете генерала Катру. Моей маме было очень сложно покинуть СССР и оставить там свою маму, свою семью. Это разрывало ей сердце, но любовь была сильнее всего. Вот мама с папой в Париже, на Елисейских полях. Это мама моя, брат и я. Здесь мама с сестрой моего отца. И sa nièce. Voilà.
Мама очень дружила с женой генерала Катру, который был послом Франции в СССР в то время. Вот она пишет. Я надеюсь, вы возьмете Маргариту с собой. Точка. Мадам Катру. И наши семьи достаточно близко общались. Я, когда был маленьким, часто обедал у них. Но я не осознавал, конечно, что это были за люди. Генерал Катру был великим канцлером Ордена Почетного Легиона. Я этого был недостоин. То, что тебе удалось пережить все эти встречи, это огромное богатство. В моей жизни такого не было. У нас не было такого контакта с ветеранами или генералами. У меня бы в детстве визиты генералов, конечно, привели бы в восторг. А у тебя это было? Они возвращаются на родину и окрашивают свой триумфальный путь тремя цветами национального флага. Среди героев пилоты эскадрильи Нормандии-Неман, завоевавшие свое славное имя на территории России в ходе самых сложных сражений войны. Должны были воины возвращаться на родину вместе с оружием. Собрали машины, 40 машин из их полка и нашего полка. Я, кстати, готовил тоже радиостанции тех самолетов, на которых они улетали. Monsieur Bogomolov, monsieur Charles Tillon et monsieur Bidot sont venus les accueillir parmi une foule délirante d'enthousiasme. Вот ça c'est un accident d'un yak. В этом документе говорится об аварии на яке. Уже тут во Франции. Вот Як-3, бортовой номер 37. Это говорит о том, что все французы прилетели сюда на этих самолетах и много лет еще летали на них. Сталин сделал такой подарок – десятка 4 Яков. Нормандия-Неман для меня – это самый яркий символ франко-русской дружбы. Это жертва десятков молодых людей в пользу сегодняшнего мира, сегодняшнего геополитического равновесия. Все благодаря этим молодым людям, которые шли на войну, садились в самолеты, которыми толком не умели управлять, рисковали ежедневно своими жизнями, и которых мы вечно будем благодарить. Об этом никогда нельзя забывать, поскольку тот, кто не помнит прошлого, обречен переживать его вновь и вновь. Надо все время смотреть в прошлое и помнить, что происходило, чтобы не повторять этих глупых ошибок. Во времена холодной войны Франция себя позиционировала как нейтральная страна по отношению к Советскому Союзу. Она была неким буфером между Союзом и Америкой, стараясь освободиться от идей, насаждаемых Америкой. Де Голль понимал, что Америка хочет поставить Францию под свой протекторат, но он желал только свободы. И в том числе он старался быть близким России. И именно Нормандия-Неман выступала, если не в качестве алиби, то как одна из важных причин, почему Де Голль был именно на стороне России. Это позволяло иметь возможность балансировать между двумя сверхдержавами во времена Холодной войны, не переходя на сторону Америки. Я всегда, когда был в силе, везде и всюду выступал, и перед французами выступал и говорил, Франция должна быть дружественной страной.
Народ должен дружить с Россией.